Нападение на почтальона в ЧП в Ленинском районе. Двое неизвестных ограбили разносчиц пенсий. Двух женщин преступники просто избили. Налетчики подкараулили двух почтальонов в этом подъезде дома номер 10 по улице Машиностроителей. И когда женщины поднялись на второй этаж, набросились на них с кулаками. Дать отпор грабителям сотрудницы почты не смогли. Они постучались, я открыла, смотри, мне в крови. Щека у второй-то. Распухшая щека. Которая поменьше там вперед прошла, а той, по-видимому, больше досталось. По предварительным подсчетам преступники забрали 50 тысяч рублей. Милиция ведет поиски грабителей, а пенсионерам, которые не получили денег, теперь, видимо, придется идти на почту. Голь на выдумке хитра. Чтобы ограбить салон сотовой связи, вор разобрал стенку павильона, но отключить сигнализацию не успел. Чего, а ну ты этого не зашел, да? Стенка целая, а он тут... Там что-то... На шорох сработал. Этого парня задержали охранники Витязя. В салоне связи на улице Столиваров он успел отогнуть листы металлической обивки. Видимо, хотел вынести сотовые телефоны. Увидели, что с крыши павильона спрыгивает гражданин и пытается убежать. Экипаж, значит, задержал данного гражданина. Во время задержания он набросился на охранника с ножом, но секьюрити его обезвредили. А когда его скрутили, он сразу стал все отрицать. Здесь что делал? Я шел от завода управления. Завод управления что? Да. Не разбирал объект здесь? Нет. Стенку не ломал? Нет. А нож откуда? Нож у меня всегда. Его передали сотрудникам милиции. Они и будут во всем разбираться. Вот уж точно, бес попутал. Покупка телефона едва не закончилась ограблением. Парень вместе с другом пытались сбежать с мобильником, не заплатив. Они долго выбирали телефон у витрины, попросили продавца показать аппарат, а потом вместе бросились бежать. Этот момент продавец зашел в подсобку. Продавцы вызвали охрану. Витязи задержали одного из воришек. Девушка, я вам клянусь, сейчас принесу деньги. Сейчас вот я позвонил, я понял. А потом на следующий день буквально этот человек, который украл телефон, принес и отдал его продавцу. Вот так случай. Сначала девушку ограбили, а потом чуть мошенники не обманули. В ресторане у Натальи украли сумку с новым мобильником, кошельком и деньгами. Буквально отодвинула стул, увидела, что сумки нет. Она написала заявление в милицию, подала объявление в интернете о пропаже документов. А потом ей позвонили с сообщением, что вещи нашли. Только чтобы получить их, на определенный номер она должна положить 1500 рублей. Но когда Наталья попросила назвать номер паспорта, поняла, что это мошенники.